Лишь хотел бы повторить. В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой, не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Именно на этих принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма, и в политике, и в экономике, выстраивается совместная работа государств-членов ШОС, что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях.